В Санкт-Петербурге огласили приговор по делу о лжеэкстрасенсов. Две дамы и мужчина выдавали себя за участников известного телешоу. 3 года консультировали людей по телефону и на сайте. Ставили 7-купольную и 12-апостольную защиты. С глаз снимали по фото. На суде признали, что не обладают никакими сверхъестественными талантами и умоляли пострадавших о прощении. Я приношу свои извинения еще раз потерпевшим. И перед всеми остальными я бы точно так же сейчас попрошу прощения. Дамы Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова получили условные сроки. Организатор Арслан Бергалин – реальный 5 лет колонии. Организатор мошеннической схемы Бергалин за время существования преступной группы обманул 12 граждан на сумму чуть менее 1 миллиона рублей. В прениях все фигуранты вину признали, содеянным раскаялись, ущерб потерпевшим частично возместили.